понравился концерт. Желаем успехов. Аня, Зоя, большое спасибо. Исполнение всех желаний. Очень ярко, красочно, интересно, молодец, Аня, даже умница. Здоровья, счастья, всех благ всему коллективу, всем. Нам было очень интересно. Очень душевное, веселое, прекрасное шоу. Самое главное – это эмоции, которые подарили, искренние эмоции, что они были просто от сердца. И вот не звезда пришла, а человек реальный, красивый, счастливый, умный и потрясающе профессиональный. Все! Ну, я шел, думал, как обычно, да, но посмотрел выступление, я в шоке. Я даже купил кассету. Она молодец, что она выделила каждого из своей команды, танцоры, актеров. Дракон! Дракон был вообще супер, самый-самый клевый. Я Нита на драконе. Победительница драконов. Да. И нам очень понравилось. Дракон был великолепный, а Анита просто... потрясающе. Просто слов нет. Я впервые вот на таком большом шоу и продолжительностью практически целых 3 часа. И вот я в полном восторге, у меня просто нет слов. Мне очень понравилось шоу «Балет», я вообще в восторге, а сама Анита прям прелесть, прям такая милашка. На одном дыхании от начала до конца. И очень красочный, и очень человечный. И прекрасная музыка, и прекрасная подготовка. Они-то просто великолепные, вся команда. Ну, мне нравится, что у них это. Во-первых, ее низкий голос. Потом мне нравится любовь к людям. И вообще мне нравится, она поет очень много про небо. То есть про Бога. Это впечатляет. Это прямо расслабляет и делает концерт успешным. Let's go.